Всем привет! Сегодня второй день видео. Всем привет! Сегодня второй день рыбалки. Вчера рыбачили на жерлице. Ссылочка будет на экране, эту рыбалку посмотрите. Поймали 3 щуки. В принципе, поклевки были, но было очень много пустых поклевок. Сегодня мы приехали порыбачить, половить хариуса, второй день. Погода кардинально изменилась, пошел снег. Мы не на большой таежной речке. Здесь хариус есть точно, уже проверено, и причем есть хорошие экземпляры. Будем пробовать ловить хариуса, посмотрим, что из этого выйдет. Буду ловить сегодня на белую мормышку и нимфа с опарышем. Вот такая вся конструкция. Глубина очень маленькая. Буквально вот она вся. Эх ты какой, попался. Вот такой хорезок маленький. О, второй клюет уже. О, такой же, ну. Попался вот такой хорезок. Не успел заснять, конечно, включить камеру. Вот такой бонус на сегодня. Приятный.
Ага. Такой хоризотель. Маленький. На ниточку сел. Это называется пусто. Ага. Еще один. Маленький хоризок. Ну, мелковат совсем, да? Мелковат. Слушай, харюс вообще какой-то мелкий, да? Куда от такого? Заклевал. Вот он сразу же на сходу. Красавец. Угу. Еще поклевочка. Покажи. Ух ты, такой удар был. Вот он. На нимфу взял. На нимфу взял. Вот еще один. Опять взял на нимфу. Вот он еще один. Ах, сошел. Прям в лунке, да? Такой хорошенький, блин. О, какой. Вот он. Их какой, блин. Мелкий, а. Давай. Зови дедушку. Вот еще один. Так. Тут пошло дело у кого-то еще. Ого, удар какой был. Ах, хороший этот шел, блин, а.
Решили на сегодня свою рыбалку заканчивать. Половили немного хариуса, очень было мелкого хариуса попало. Часть была отпущена, часть какая-то была взята чуть покрупнее. Решили идти домой, еще возвращаться полтора часа, час где-то так примерно, пешком до машины. Отлично провели время, отдохнули, куча эмоций, куча удовольствия. Поедем домой. Я думаю, что еще в апреле порыбачим. Всем удачи, не хвастаньте шеи, пока.